пальчики оближешь, вкусная еда. Посмотри, послушай, здесь рецепты лучшие сможешь ты найти всегда. А сегодня мы посвятили программу Софи Лорен. Вот, Миша, ознакомься, это Софи Лорен. Это Софи Лорен? Такая красивая! Да. Господи, я не знал ее раньше, я уже влюблен в нее. А, не, ну она секс-символ, она красивая. Она красивая. Была еще замужем за Карло Поньки. Да, вот смотрите, это ее сын. Смотри, это жена сына, красивая. Вот это жена. Ее сын? Да. А это внучка, наверное. А это внучка. А, внучка? Откуда я ее знаю? Конечно, кино, знаменитый муж, история с тем, как он выкупал ее в фильме, где она снималась обнаженной. То есть вот эта история, Катаришка, она очень хорошая женщина, они много... Нет, а помимо того, что вообще-то в то время, ей было в 17 лет, она познакомилась с ним на каком-то кинофестивале, и просто умыкнула его, можно сказать, из семьи. Он был женатый человек, а католики практически не разводятся тогда в 60-е еще года. Не-не, они сейчас не очень-то. Они поехали в Мексику, там поженились, и потом уже супруге как бы и католической церкви пришлось отойти, потому что любовь победила, и им дали развод, Карло Понти дали развод своей первой женой, и вот он смог уже официально признанно жениться на Софи Лорен. Но, к сожалению, Мишка, у них была тоже, значит, не очень сладкая жизнь, они долго не могли иметь детей. И только там, почти прожив 15 лет в браке, она родила первого мальчишку, а потом второго. Видите, значит, все было в порядке? Но все в порядке, но долго они, видишь, лечилась она, как-то вот не получалось. Кстати, пол Италии в свое время питалась по рецептам Софи Лорен. Кстати, да, потому что, во-первых, она очень, она много ест, поэтому она худая. До сих пор худая. Ну, она конечно, может быть... Мне нравится. Одна много ест. Откуда ты знаешь, сколько она ест? Ну, так она всегда об этом рассказывает. Я не думаю, что она врет. Ты тоже рассказывай. Да, да, тоже рассказывай. Тоже говори. Так, ладно. Мы сегодня будем готовить любимый обед Софи Лорен. Паста с песто, фисташками, паштет из авокадо и яблочная запеканка. Я, как всегда, беру на себя яблочную запеканку. Да, да, да. Ты, как всегда, берешь. Беру самое сложное. Что это, Аня? Скумбрия. Скумбрия! А, это скумбрия! Ты любишь скумбрию? Очень. Горячего копчения. Аж заломило внутри. Как я? Это моя любимая рыба. Скумбрия. Именно горячего копчения. Ты что, будешь ее дать дрррр? А-а-а-а-а. Да, да ладно. Маленький, дай кусочек. Тебе кусочек. Скумбрия. Катастрофически вкусное блюдо. Это реально наркотик. Да. Потом я беру авокадо. Некоторые вычищают ложечкой мякоть авокадо. Я не люблю это делать, поэтому я, с вашего позволения, авокадо просто почищу. Да? Могу я почистить? Ты же любишь авокадо, Анна. Анна, вы же, как и Софи Лорен, любите авокадо. Да. Да? Я люблю авокадо, во-первых, потому что она очень вкусная. Во-вторых... Предлагаю обсудить эту тему всем нашим телезрителям. Спросите у своего мужа или своей жены, у своих детей или у своей тещи. За что вы любите... Мама, за что вы любите авокадо? Миш, ты не понимаешь, какое оно полезное? Я понимаю. Это вообще книга рекордов Гиннесса придала медаль этому фрукту по самому большому содержанию минералов и протеина. Вот где надо съедать по пол авокадо? Да? Да. А по мне? В любом виде. Можно так, можно протертое, можно в авокадо что-то запекать. Но надо обязательно кушать авокадо. Да? Да. Ты знаешь, для меня большой вопрос, который я не могу решить до сих пор. Авокадо. Это фрукт или фрукт, овощ? Фрукт. Ну ладно. Да, это фрукт. Вот представь себе, сейчас я буду опровергать твои домыслы. Представь себе, это что мы не делаем... Это не домыслы, это информация, которую я специально приготовила. Знаешь, что ты будешь со мной спорить. Угу. Вот, пожалуйста, авокадо. Да. Иногда называют идеальным фруктом, потому что в нем есть практически все требуемые витамины и минералы, в том числе протеин. Но... 25 сентября 1998 года авокадо было занесено в книгу рекордов Гиннесса как самый питательный фрукт в мире. Не, ну его могли занести как фрукт, но вообще, по-моему, это овощ. Ну, смотри, мы с тобой сегодня готовим паштет. Ты хочешь мне сказать, что вот этот паштет из авокадо... Этот паштет из авокадо, чеснока, да? Чеснока, из скумбрии. Да, соленой это рыбы. Это бомба. Соленой рыбы, да? Вот это получается у тебя фруктовый паштет от Софи Лорен, да? Фруктовый паштет. Кстати, фруктовый? Ты сегодня прической смахиваешь на Софи Лорен. Я очень люблю, когда у тебя так вот зачесывают. Я просто тоже очень красивая женщина. Это, слушай, не обсуждается вообще. Да, не обсуждается. Истинно японское качество стали
в сочетании с удобной ручкой. Вот что отличает ножи серии «Дамаск» от торговой марки «Ладомир». Лезвие с двусторонней заточкой создается из настоящей дамасской стали. А настоящая дамасская сталь в данном случае это 67 слоев. Двусторонняя заточка, древняя технология, торговая марка «Ладомир». Совмещаем, получаем удивление для повара. Потрясающее сочетание цены и качества. Российская торговая марка «Ладомир». Лень пачкает руки сегодня лимоном, поэтому я через, понимаете, практически через как ситро. Как ты придумал? Вот так вот. Лимон через ситро. Да, вот смотрите. Ой, оставь мне немножко лимона, ты все выжил. У тебя вот целый лимон еще есть. Шать. Не надо грязи в наших отношениях. Не надо в наши отношения с Софи Лорен. Софи Лорен. Эти мелкие вот эти вот ссоры, передряги, интрижки. Ну, потому что я, конечно же, значит, обед Ани Семенович нет, а обед Софи Лорен да. Делаю фруктовый паштет для Семенович из фрукта авокадо. По мне, конечно, чистая обувь. А, смотрите, Анна, я добавляю во фрукт. Во фруктовый паштет из фрукта авокадо я еще горчички. Нет, просто авокадо, понимаешь, оно может быть как фруктом, так и овощем. Вот как ты хочешь его использовать, таким оно будет. Оно безвкусно, но очень полезно. Оно. Все, Анна. Смотрите, что у нас получилось. Какой у нас получился замечательный паштет. Чуть-чуть зеленого лука, горчица, авокадо, овощи, фрукт, фруктоовощ и скумбрия. Именно так называют скумбрию в Одессе. А ты знаешь, каково ее такое красивое французское название? По западному, если тебе в ресторане, друзья мои, если в ресторане написано макрель, верьте глазам своим, это на самом деле макрель, но нам эта рыба очень известна под названием скумбрия. Скумбрия. А я яблочки взяла лимоном и поставила в духовку, чтобы они подрумянились. У меня готов паштет. Моя бабушка любой паштет называла на старорусский манер паштет. Паштет из авокадо. Парочку плодов авокадо разрежьте пополам, выньте косточки и очистите фруктовые половинки от кожуры. Поместите авокадо в блендер. Туда же отправьте кусочки копченой скумбрии, лимонный сок, зеленый лук и немного горчицы. Взбейте все до состояния пасты. Готовый фруктово-рыбный паштет переложите в холодильник и выньте перед самой подачей. Необычное сочетание вкусов. То, что нужно утонченным и изысканным красавицам. Красота, красота. Я, пожалуй, его в холодильничек, ладно? Давай, чтобы он остыл. Он должен быть холодным. Посмотрите, какая красота. Смотрите, пахнет потрясающе. Теперь приступаем к главному блюду от Софи Лорен. Да. Больше всего в жизни она что любила, Анна? Спагетти. Она готова была целый год по два раза в день есть пасту. Но только из твердых сортов. Макфа, залог наших успехов. Из лучших сортов пшеницы по классическим итальянским рецептам, а значит рецептам знакомых не только Софи Лорен, но и Адриано Челентано, Моники Беллуччи, Пирло, для тех, кто не понимает, это знаменитый итальянский футболист. А, мука только из твердой сортов пшеницы, макароны не прибавляют лишние килограммы. И это то, что нужно тому, кто следит за своим здоровьем. Это для таких, как я, и за своей фигурой, для таких, как Анна Семенович и Софи Лорен. Я делаю начинку дальше для яблочного пирога. Яйца у тебя там, масло, сахар. Сахар и немножко коньячка, который выпарится при готовке. Ну, смотри. Оставь только запах. Ну. У тебя золотые руки, у тебя, Семен. А зачем ты держишь? Отпусти, она будет работать без пальчика, да? До однородной массы. Ну вот, уже готово. Как ты думаешь? О, да? Прекрасно. Вверх, просто вверх. Молодец. Ага. И что? И мне надо теперь вот это залить, все, на несколько минут. Далее в программе. Сам
самое интересное из жизни великой актрисы. На самом деле София Лорен вообще, Миша, уникальная. Ты представляешь, она даже умудрилась посидеть в тюрьме. Как хрупкая женщина оказалась за решеткой. Она признана самой красивой, натуральной красавицей мира. И в чем секрет ее вечной молодости? Особенно вот эта фотография помогает мне... В терке сыра. На терке сыра вот это. Напоминаем, что сегодня барышня и кулинар готовят любимый обед Софи Лорен. Пол Италии со временем питалась по рецептам Софи Лорен. В духовке запекается легкий десерт в исполнении барышни. Беру на себя яблочную запеканку. Ты как всегда берешь. Беру самое сложное. А в холодильнике остывает уже готовый паштет из авокадо от кулинара. Впереди главное блюдо Софи Лорен. Итальянская паста под суперсоусом. Мы сегодня без мяса. И поэтому пасту я буду делать со специальным соусом песто. Мы с вами однажды делали собственное приготовление песто. Да? Помните? У нас получился потрясающий соус. Что главное? Главное выбрать любимые вами травы. Душица, базилик, укроп, кинза, петрушка. Вот все, что вашей душе угодно, все должно быть в стакане. Но главной основой соуса песто должно являться хорошее, правильное оливковое масло. Миш, я готова тебе помогать. Ты говоришь, ну тогда давай зелень. Так. Итак, я наливаю. Я сделаю вообще финт ушами. Я налью смесь масел. Борхас. Настоящие испанские оливки. Никакого активного воздействия на продукты. Все составляющие части соуса песто сохраняют свой вкус. Борхас. 100 лет гарантии. И virgin oil. В общем, я налил грамм 150 масла. Я налил грамм 150 масла. Теперь я опустил в масло очищенные орехи. Фисташки. О, фисташки. Да. Очищенные орехи. Теперь я взял что, Анна? А ты знаешь, что мы теперь, у нас теперь не будет с тобой стрессов, Миш? Потому что американские ученые доказали, что если съедать в день хотя бы одну горсть фисташек, но желательно не жареных, то у вас не будет никогда стрессов. Они обладают таким количеством минералов, и они так хорошо влияют на нервную систему. Анна? Да. Петрушка, а вот базилик, немножко кинзы. О, кинза, обожаю. Ты тоже любишь, да? Да. Берем это все. А, ты все туда, да? Конечно, конечно. Подожди. Конечно. А вот укроп еще. Укроп, а ты хотела салат сделать, да? Я думала, может быть, мы какой-то салат сейчас... И еще одна рекомендация. Вы знаете, не перемалывайте ингредиенты песто до состояния жидкой кашицы. Соус песто должен быть слегка грубоват. Он не из банки. Понимаете? Что вы сделали его... А из блендера. Его, да, что вы сделали его сами. Да? Теперь вопрос, касаемый соли и перца. Вот соус настолько самостоятелен, что добавлять в него соль и перец изначально я бы вам не рекомендовал. Я бы оставил его с элементами недомолотых трав. Вот так вот бы. Вот посмотрите, вот, Анна, вы только вдохните в себя этот аромат. Вот я вам сейчас специально возьму ложку и покажу его консистенцию. Да, я выложу красиво. Это мы выложим потом. Знаете, Анна, выкладывайте. Я вот обращусь к... Вот у меня даже остались здесь неразмолотые листочки. Вот видите? Да, вот, пусть так и будет. Вот так не и надо. Должно быть. То есть, подожди, куда мы выложим? Человек, пришедший к вам в гости и вкушающий соус песто, должен понимать, что тепло ваших рук. Теперь... Я должен обязательно посолить. Давай, посоли, поперчу, ничего. Возьмите, Анна, ложку. Как хорошо чувствуются фисташки, а? Возьмите, Анна, ложку. И вот соль и перец по своему вкусу. Я бы добавил чуть-чуть лимончика. Попробуйте. А можно, кстати, даже чесночка двинуть? Или не будем в песто добавлять чесночок? Не надо. Не надо чесночок. Фисташек достаточно. Знаешь, что фисташки собирают ночью? Потому что днем они выделяют эфирные масла, которые могут привести к опьянению. Что? Фисташки собирают ночью. У нас сегодня день зеленого соуса. Главное не перепутать паштет наш. Вот, нет, они у нас разные. Пасту. Чуть-чуть масла. Красота. Чуть-чуть душистого перца. Пару листиков лаврушки. И пасту.
На самом деле София Лорен вообще, Миша, уникальная. Ты представляешь, она даже умудрилась посидеть в тюрьме. За то, что она забыла заплатить за налоги. Ну, закрутилась, заснималась в кино. Ее на 17 дней посадили в тюрьму. И фанаты, чтобы ей как-то было полегче, засыпали эту тюрьму лепестками цветов. Представляешь? Да. А в 72 года она снялась обнаженной. То есть когда-то ее муж выкупал фотографии, где она была обнаженная. А в 72 она взяла и снялась обнаженной. И доказав всему миру, что она потрясающе в шикарной форме. Что если за собой следить, дорогие девушки, если за собой ухаживать, если себя любить, то можно выглядеть на 35 и в 72 года. И это правда, потому что она признана самой красивой, натуральной красавицей мира. Переплюнув даже более молодых претенденток. Представляешь, Миш? Основным источником молодости, по мнению Софи Лорен, является разум. А главными для красоты – простота и спокойствие. Возьмите, пожалуйста, тарелку для пасты. Я вам сейчас покажу еще один секрет. Вот, тарелку большую? Вот какую вы будете пасту выкладывать? Так, порционно, вот себе. И мне. А себе? Какую тарелку вы будете выкладывать пасту? Не обсиковую. Я думаю, что вот в эти. Не обсиковую. Вот возьмите. Вот в эти, теперь по ложке соуса песто. Так. Размажьте, я не побоюсь этого слова. Прям размазать? Да. На дне каждой из тарелок. Я вам сейчас покажу, как это. Как, размазать, Анна, не бойтесь. Так. Ну, смелее, смелее, легкими такими движениями, потом же сверху будет паста. Все, достать себе. А я сделаю такую подушку из соуса песто и сыра. Ручной натерки. Можно так сказать, ручной натерки? Натерки, натерки. Ручной натерки? Да. Вот так вот. Не побоюсь. Как приятно так. Никогда вот такого не было такого. Смотрю на Софи Лорен и тру сыр. Она смотрит мимо меня. Сейчас надо фотографию, которая будет смотреть на меня. Да, к сожалению, Мишка, она смотрит мимо тебя. О, на всех фотографиях мимо меня. И на этой. Вот это, конечно, красиво. Это не мужчина. Да, это красиво. Шамаханская царица. Да? Ты как думаешь, бриллиант натуральный? Ну. А, вот в этом тоже есть эротика. Вот есть эротика, вот в этой фотографии, скажи мне. Да, тут она еще молодая, тут, наверное, ей около 40. Сколько? Ну, около 40. Около 40? Ну, ты лучше в этом понимаешь. Она просто очень вся молодо выглядела, она в 40 выглядела на 25. Ну так, когда много Софи Лорен, мне легче треть. Легче треться, сэр. Вот мне как-то да, как-то я. Как-то вот. Особенно вот эта фотография помогает мне. В терке сыра. На терке сыра. Вот это вот. Анна. Вся прелесть в шляпе, конечно. Я вспоминаю стихотворение. Солнце стоит высоко, два землякопа роют яму. Один в панаме без штанов, другой в штанах, но без панамы. Панамы. Так, достаточно сыра. Вот, пожалуйста. Ой-о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 й. Красота-то какая! Фруктовая. В общем, сегодня какой-то зеленый день. Не день. Причем день не зеленого змея, дорогие телезрители, а день здоровой еды. Здоровой еды. Ну, теперь у нас осталось только паста. Паста. Паста готова. И мое. Паста готова. Творение. Теперь... яблочная запеканка. Теперь, друзья мои, поговорим о японской марке Супра. Эти дырки на крышке я беру совершенно не нагревающиеся ручки. Несу к раковине, сливаю пасту. Вот для чего нужна эта замечательная кастрюля. Супра, коллекция Юми. Смотрите далее в программе. Как вот мужчинам определять, какой им типаж нравится? Барышня проведет с кулинаром эксклюзивное интервью. Кроме Софи Лорен, какие тебе еще актрисы нравятся? Самые красивые звезды кинематографа, по мнению Михаила. Не пропустите. Я скажу три типажа наших российских актрис, которые не хуже, чем Софи Лорен. Сегодня барышню и кулинара вдохновляет новая муза. Мы сегодня будем готовить любимый обед Софи Лорен. Паштет из авокадо уже красуется на печенье. Красота-то какая! Фруктовая! Зеленый соус песто тоже готов. Главное выбрать любимые вами травы. Осталось дождаться спагетти и яблочную запеканку. Ну а пока главные секреты красоты несравненной Софи Лорен.
Красавица и просто великолепная женщина Софи Лорен написала очень умную и хорошую для нас девушки книгу, которая называется «Женщина и красота». Вот несколько советов вам из этой книги. Допустим, Софи Лорен спит не менее 9 часов каждый день. И это очень правильно, потому что сон сохраняет молодость организма. Также она считает, так же, как и я, кстати, она считает, что надо выпивать как можно больше воды. В день надо выпивать минимум 2 литра чистой минеральной воды без газа. Утро свое она начинает со стакана воды комнатной температуры. Ну а косметику с глаз, например, Софи Лорен смывает оливковым маслом, после чего наносит на глаза увлажняющий крем. Умывайтесь правильно, пейте воду правильно. Даже правильно улыбайтесь, и вы будете гораздо лучше, чем сама Софи Лорен. Будьте красивы и счастливы. Вот! С пылу с жару! Да, подарочный вариант. Яблочная запеканка. Яблочная запеканка. Яблоки порежьте на небольшие кусочки, удалив все семечки. Выложите фрукты в форму для запекания, полейте лимонным соком и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 15. Положите в блендер сливочное масло, туда же разбейте яйцо, всыпьте сахар и влейте немного коньяка. Взбейте все до однородной массы. Полученной смесью полейте яблоки и продолжайте их запекать. Еще полчаса, и легкий десерт готов. Ну что, паста готова? У меня... Что, немножечко остынет? У меня, Анна, всегда все готово. Это мне. А мне чуть-чуть. А тебе, как всегда, чуть-чуть. Так, ну подожди, снизу вот так. У вас. Подожди. А теперь мешай. Да, и... Анна, возьмите себе. Прямо рукой, не стесняйтесь. Не стесняйтесь. И еще один секрет, друзья мои. Вот... Этого не ожидал никто. Вот этого не хитрюга. Ожидал никто. Я хитрюга, да? Рыба, авокадо. Да? Ну-ка, сейчас сырок-то. Я запробую рецепт Софи Лорен. Сырок-то к месту оказался. Сырок-то оказался к месту. Да? Так. Я, в отличие от Анны, начну с вымесив, естественно. Начну все-таки с авокадо. Очень вкусно. Паста потрясающая, это настолько просто и вот очень вкусно. Ничего больше сояна в эту зеленую пасту. Паста с песто и фисташками. Чтобы приготовить итальянский соус песто, смешайте в блендере растительное масло, фисташки, любую зелень, укроп, петрушку, кинзу и обязательно базилик. Посолите и поперчите соус. Макароны отварите в воде с растительным маслом, лавровым листом и черным горошковым перцем. Возьмите тарелки, положите в них соус, посыпьте его тертым сыром и на эту подушку выложите готовые спагетти. Хорошенько все перемешайте. Любимые спагетти Софи Лорен – блюдо номер один для здоровья и красоты. Миш, вот скажи, знаешь, у меня еще какой был вопрос? Мне все-таки интересует, ну вот, как вот мужчинам определять, какой им типаж нравится? Вот тебе вот какой вообще типаж больше всего женщин нравится? Ну вот кроме Софи Лорен, какие тебе еще актрисы нравятся? Давай, допустим, итальянских или, ну, французских. Мне нравится актриса Рудберг, Юлия. Юлия, а мне тоже нравится. Мне нравится, о, из не наших, Сильвия Рапопорт. Мне очень нравится. Не по фамилии, причем я сейчас выбирал. Хорошо, ну а из итальянских нравится... еще? Ой. Времени Софи Лорен. Я тебе скажу три типажа наших. Так. Российских артистов, которые не хуже, чем Софи Лорен. Так. Которых я был влюблен. Так. Чурсина в «Угрюм реке». Угу. Быстрицкая в «Шолохове». Угу. И Островому в «Азоре здесь тихие». Угу. Ну, я считаю, что... А так я люблю очень Лолу Бриджиду и Монику Белуччи. И я обожаю Монику. И Арнеллу Мутти я люблю. И Арнеллу Мутти. Я с ней работал. Один раз мы с ней вели какой-то розыгрыш. Дорогие женщины, неважно, какое мы носим имя и фамилию, мы все прекрасны. Главное, надо себя любить, ценить и уважать. Не позволять никогда никому себя обижать, правильно питаться, следить за здоровьем и как можно чаще улыбаться. И тогда вы будете гораздо лучше, чем Софи Лорен. Ну, а если вы еще будете смотреть программу «Барышня кулинар», мы будем просто очень счастливы. Я вас очень люблю. Приятного аппетита. Вот, пока я говорила, Мишка все съел. Теперь... А теперь моя очередь. Приступай. Пока она ест, у нас еще яблочная запеканка. Я скажу юношам, обдумывающим житье свое.
Если вы познакомились с красивой женщиной, девушкой, пошли с ней в кино, в театр, а потом спросили, как ее зовут, и она ответила: Софи Лорен. Не верьте, она вас обманывает. Софи Лорен уже давно замужем. Слишком давно, чтобы радоваться. На этой грустной ноте. На этой веселой, оптимистической ноте мы прощаемся с вами и призываем вступать в общество чистых тарелок. Потому что рукодельный соус песто с фисташками, паштет из авокадо, из скумбрии, запеканка на основе натуральных яблок из сада мамы Анны Семенович, это ли не счастье? Не счастье, это счастье. Это счастье. Это счастье. Все. Приятного аппетита. Пальчики оближешь, вкусная еда. Посмотри, послушай, здесь рецепты лучшие сможешь ты найти всегда.